Главный христианский праздник, Светлое Воскресение Христово, непременно нужно встретить в церкви, говорят верующие. В Пасхе суть христианства, смысл веры. Этот день для верующих знаменует надежду на спасение. Для нас это самый главный праздник в году. Как для православных христиан, мы его с большим нетерпением ждали, потому что он символизирует победу добра над злом и наша надежда на наше спасение дает нам. Тысячи прихожан собрались в пасхальную ночь в Покровском соборе, где торжественную службу провел митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Центральной частью богослужения стал крестный ход. Возрадуемся и возвеселимся. Христос воскрес! В это время в аэропорту приземлился рейс, на борту которого благодатный огонь из Иерусалима. Ближе к утру огонь доставили в храм. Его пламя обладает удивительным свойством. В первые часы после спуска на землю оно не обжигает лицо, и верующие им умываются. Благодатный огонь спускается на землю каждый год в Великую Субботу. Священники рекомендуют принесенный домой огонь хранить как можно дольше. Ну а в храмах горение поддерживается весь год до следующей Великой Субботы. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.